зовут Дед Мороз. Он подарки детям нес, по сугробам он шагал и немножечко устал. Сел под елкой отдохнуть, впереди неблизкий путь. Дошел Дед Мороз и до Инкермана. Несмотря на то, что здесь не бушуют метели, новогодний волшебник принес подарки и настроение зимнего праздника городским детишкам. Главный сюрприз для детворы – игры вокруг елки. Главная новогодняя красавица Инкермана с появлением Деда Мороза и Снегурочки озарилась сотнями огоньков. Каждый ребенок в течение года ждет новогоднего чуда. И многие из них уверены – стихотворение – лучший повод пообщаться с Дедом Морозом. Что такое Новый год? Это слава вот, ёлки в комнате вас тут, белки, шишки, лигвы зуд. Скажи, с Новым годом! С Новым годом! До новогодней ночи остались считанные дни. И хоть на улице не лежит снег, праздничную атмосферу создают сами горожане. Взаимные поздравления то и дело слышатся со всех сторон. Я бы пожелала всем обязательно семейного благополучия. Я бы пожелала всем достатка в этом новом году. И чтобы все разочарования остались в старом году, а в новом были только добрые начинания. И чтобы все задуманные дела удались. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю здоровья, чтобы сбывались все мечты. Было хорошее настроение. Всего хорошего в новом году. Я желаю, чтобы этот Новый год был самым счастливым для всех детей и взрослых. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Маргарита Чернуха, Анатолий Паньков, Севинформбюро.